Всем мое почтение, друзья. И сегодня, 3 июля 2022 года, Путину доложил министр обороны России Шойгу, что якобы они освободили Луганскую Народную Республику. А по сути, фактически произошла оккупация Луганской области. И вот я хотел бы поинтересоваться у вас. А как вы считаете, это правда, что Луганская область полностью под контролем Российской Федерации, то есть оккупирована Россией? Или все-таки Шойгу, так сказать, в своем репертуаре еще опережают события? Или все-таки уже можно констатировать факты, что Луганскую область оккупировала Россия полностью? А как вы считаете, из всей той информации, которая есть у вас в наличии, вот можно считать Луганскую область полностью оккупированной или нет? Напишите в комментариях.